настоящий момент ведутся работы по проведению прилегающей территории и технического техникума нужный вид, и неоднократно на общественном совете города Керчь поднимался вопрос по мероприятиям с целью увековечить память о тех трагических событиях, которые прошли в прошлом году. В настоящий момент силами жилсервиса Керчь проведена санитарная обрезка деревьев, ведутся работы по выемке грунта, планировке территории с последующей обратной засыпкой песчаной смесью и укладкой тротуара. До 1 сентября, до начала учебного года, планируем